Тут вчера тебе писать начал то, что, блядь, америкосы вчера спалили наш, опять 4 Боинга, нахуй, приволокли куда-то, блядь, подкреплением оружия, ебать его в рот, блядь. Нихуя себе, америкосы этим хохлам, да? Да, там Америка, короче, вся Россия, ой, весь мир, нахуй, все туда хуярит, понял, блядь, подкреплением, блядь. Ну, нихуя, все против России, да, блядь? Да, да, тут уже, короче, делюга такая уже, блядь, пиздец, нахуй. Ну-ну-ну. Вот Кент ездил туда, только приехал, блядь. Пиздец, говорит, братан, пиздец, блядь. Ну молодец, да, говорит, долбоёбы едут, говорит, я вообще в ахуе. Он говорит, блядь, доехали туда, говорит, ебать, они, блядь, без броников, без нихуя пошли в магазин пива покупать, ёбаный свет. Он говорит, вы чё, ебанутый? Я, говорит, очередь приебал, говорит, вы чё, говорит, ебанутый? Вы вообще знаете, куда едете? Ну да.